Всем огромный привет! Сегодня готовлю лепешки из заварного теста. Тесто эластичное, приятное в работе, не рвется, готовится за считанные минуты. А состав такой простой, мука и вода, что даже не верится, как из этого можно приготовить такое вкусное тесто. Начинку можно брать любую, сладкую или соленую. В миску просеем 300 грамм муки. Добавляем 1/3 чайной ложки соли и перемешиваем. Заливаем кипящей водой, только что снятой с огня, 300 мл. Сразу замешиваем тесто. Сначала ложкой, затем кладем тесто на стол и замешиваем тесто руками до однородности. Тесто закрываем влажным полотенцем и оставляем на минут 30 остыть. За это время приготовим начинки. Я сегодня предлагаю две начинки. Творожную, 200 грамм творога, кладем в миску. Добавляем мелко порезанный зеленый лук. Немного соли и перемешиваем. Вторая начинка у меня тертый твердый сыр. Прошло 30 минут, тесто готово. Обваливаем тесто в муке, разрезаем на порционные кусочки. У меня 8 частей, примерно по 70-80 грамм. Берем один колобочек и раскатываем круг диаметром примерно 12-15 сантиметров. На один край кладем начинку. Закрываем вторым краем. Закрепляем края и проходимся вилкой. Все то же самое проделываем с остальными лепешками. Я сразу раскатываю все лепешки, а потом приступаю к приготовлению. На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем. Опускаем лепешку и жарим с двух сторон до золотистого цвета. Жарятся они быстро, примерно по 40-60 секунд с каждой стороны. По желанию можно такие лепешки пожарить на сухой сковороде, а потом смазать сливочным маслом. С начинками можно экспериментировать или то, что есть в холодильнике, например, яблоки или повидло. Такое тесто хорошо держит соки, поэтому можно брать и сочные начинки. При жарке ничего не вытекает. Если взять начинку из фарша, то получатся чебуреки. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!